Скажите, такой вопрос. Вы поддерживаете специальную военную операцию России в Украине? Я к этой операции отношусь нейтрально, скажем так. Вот, ну хорошо, нейтрально тоже нравится. Мне просто непонятны цели ее. Вы вот можете сказать, что для России будет, ну, хорошим итогом всей этой фигни? То есть я не могу понять, ради чего это делается. Ну, вот хороший вопрос. Я, кстати, тоже интересует конечная цель. Вот. Но вопрос просто вы задаете не человеку, который не наделен никакими полномочиями. Вот, Ну, я и задаю человеку, который находится в России. Я же не нахожусь в этом информационном поле, и поэтому мне сложно в России понять. находится 140 миллионов человек. Слушайте, я уверен, многие задаются этим же вопросом, который вы сейчас задали. Вот. Мне тоже не совсем понятно, где мы остановимся, какая цель конечная, где там, до Варшавы, до Киева, до Берлина, там, до Вашингтона. Что это, как это, как должно быть, как будет выглядеть? Потому что я так понимаю, что тогда зимой начиналось все это как локальная операция, там, ну, там, связанная с Минскими соглашениями, с Донбассом, вот это все. А все это переросло уже совсем во что-то такую похожую на Третью мировую начало, как бы. Вот. Поэтому уже никто ничего не понимает, никто ничего не знает. То есть, и поэтому, несмотря на то, что вы не понимаете цели, вы все равно нейтрально относитесь. А как я могу к этому относиться? Я-то кто? Я такой же, как вы, Нет, я же простой. не говорю вам закончить эту войну. Я А говорю как именно. вы закончите уже? Вот объясните, как вы закончите? Ну как насчет вывести просто войска России? Я просто не понимаю, почему, зачем это продолжать? Почему просто Кому? не вывести российские войска с Украины? А кому продолжать, простите? То кому продолжать? Я говорю, вывести российские войска с Украины и не продолжать ничего. То есть вернуться к Ну, статусу кво. слушайте, ну опять вопрос не ко мне. Это опять политическое есть руководство. Вот. Я не знаю, чем закончится и как закончится. Ну, нет, смотрите, мы с вами вдвоем сидим, разговариваем, да, люди с разных концов планеты. И Ну, мне просто именно ваше мнение, я не говорю, отвечайте за всю Россию или отвечайте за Путина. А просто конкретно ваше вот мнение. Вы не считаете, что, например, просто взять, вывести российские войска с Украины, что это нормальное решение? уже нет, уже нет, потому что уже поздно, слишком уже далеко зашло все. А что Уже назад, произойдет, если выведут? много чего. Ну, например, то, что сейчас вот я смотрел новости в телеграм-канале, я там подписан кое на что. Вот эти территории, откуда ушли российские войска, занимают опять Украину, там они там переходят из рук в руки, вот эти вот. Они казнят местных жителей, которые были там на стороне российской власти, которые там уже эти казни выкладывают сами. Украинские вот эти вот, я не знаю, как их назвать, А не вы не знаю. могли бы мне прислать? Я бы хотел посмотреть тоже. Ну, слушайте, в интернете все есть, в Телеграме вы найдете, если захотите. Я вам сейчас прислать не могу, потому что это небезопасно, во-вторых, сейчас не до этого. Вот, это самое, Купянск, или как это называется, вот этот населенный пункт, вот там эти казни были, да. Вот, и сейчас вроде что-то тоже там продолжается. То есть вот эти укронацисты, они бравируют этим, что вот будет с каждым, кто будет сотрудничать с русскими. Это говорят русские люди на русском языке, понимаете? То есть я Не сейчас знаю, воспринимаю... укронацисты говорят на русском языке. Совершенно верно. Я воспринимаю это как гражданскую войну. То есть, когда один народ воюет друг с другом, это гражданская война. Вот. Ну, как гражданская после распада Советского Союза в 1991 году, если Ну, помните. с этим Я я соглашусь. То есть я тоже думаю, что это гражданская война в Советском Союзе, по-хорошему, за ну, разный образ жизни. совершенно верно. Как, в смысле, какой образ жизни? Вы о чем? Ну, о том, что Украина идет по демократическому пути, а Россия по авторитарному. Ну какая демократия? Казнят людей. Какая демократия? Казнят людей. Какая демократия? Вы что? Ну, Майдан – это демократия? Там положили снайпера. да, представляете, народные протесты – это демократия. Потому Ну, что это и слушайте. есть глас народа, демос. Государственный переворот – демократия.
Да, представьте себе. Да, ну, Демос Кратос. Хорошо. Ну, потому что это народ делает. Или вы считаете, это марионетки, опять же, как разгоняется, что это марионетки под управлением, внешним управлением, это не сам народ Украины решил? Слушайте, в 14-й год Донбасс, Луганск, Крым, это народ? Они нет, не согласились. Это российские ГРУшники зашли туда, Гиркин и прочее. Что вы говорите? Антимайданское движение было... откуда взяли оружие там донбассовцы, расскажите оно тогда. Оно всегда там было, там были войсковые части. Там не было войсковых частей, в том-то и дело. Блин, он меня выключил.